8 ноября – профессиональный праздник врачей-рентгенологов. Это представители врачебной специальности, в которой высокие технологии тесно взаимосвязаны с квалификацией и опытом каждого сотрудника. Дата приурочена к важному событию в истории науки, позволившему медицине выйти на новый уровень. Открытию рентгеновского излучения немецким физиком Вильгельмом Рентгеном в 1895 году. О том, как устроена работа рентгенологов в передовом лечебном заведении региона в областной клинической больнице, об этом рассказываем в следующем материале. 22 декабря далекого теперь 1896 года в России был сделан первый рентгеновский снимок кисти руки. Для медицины это событие стало началом создания новой дисциплины, настоящим прорывом в области диагностики целого комплекса заболеваний и травм, а впоследствии и метода терапии. С течением времени радиология совершила большой скачок в своем развитии. Появились новые методы и технологии. Сегодня рентген не утратил своей актуальности. Нет больницы, которая могла бы обойтись без рентгеновских исследований. Отделение лучевой диагностики областной клинической больницы является одним из крупнейших в Тверской области. Диагностический перечень оказываемых услуг обширный. О своей работе и возможностях лучевой диагностики в больнице рассказывает врач-рентгенолог Татьяна Богданова. На базе нашей больницы мы можем выполнить весь спектр диагностических услуг. Это рентгенологические исследования, исследования компьютерная диагностика, магниторезонансные исследования, что помогает нашим лечащим докторам в диагностике, в дальнейшем выборе тактики лечения, что сохраняет жизнь, трудоспособность пациента. Отделение оснащено современным оборудованием: 2 магнитно-резонансных томографа, 3 компьютерных томографа, рентгенодиагностический аппарат, цифровой флюорограф, цифровой рентгеновский комплекс, маммограф. Огромную роль в структуре отделения играет кабинет компьютерной диагностики, оснащенный аппаратами компьютерной и магнитно-резонансной томографии. В кабинетах проводятся все виды КТ и МРТ-исследований, в том числе ангиографические исследования с использованием болюсного введения и ионных рентгеноконтрастных препаратов, практически не вызывающих побочных эффектов. Магниторезонансный томограф мощностью 1,5 Теслы. На нем делаем все исследования: головной мозг, костно-суставную систему, мочеполовую систему, органы грудной клетки, желудочно-кишечный тракт. На этом аппарате мы проводим МРТ сердца. Выявляются различные патологии и инфаркты, и гипертрофии, дилатации различные. Пациентов реанимационных отделений обследуют с помощью передвижных рентгеновских аппаратов «Электрон». Кроме того, новыми передвижными аппаратами оснащены операционные, что позволяет проводить рентгенологический контроль непосредственно во время операций. В больнице функционируют рентгенооперационные, в том числе ангиографический комплекс, оснащенный современным рентгенохирургическим аппаратом, который позволяет проводить все виды операций: травматолога, ортопедического, кардиохирургического и нейрохирургического профилей. Рентгенологи – это представители врачебной специальности, в которой высокие технологии тесно взаимосвязаны с квалификацией и опытом каждого сотрудника.